Дорогие друзья, Prima Studio приглашает вас с нами на выездную экскурсию-вечеринку в одно из самых красивых мест Латвии, город Прейли. 25 июля мы выезжаем в 9 утра на большом комфортабельном автобусе с кондиционером и Wi-Fi. Обязательно останавливаемся на поздний завтрак в прекрасном месте Лиепкауны, где можно будет перекусить. По желанию можно еду взять с собой из дома и там, на берегу озера, на свежем воздухе вкусить пищу богов. Дальше мы с вами отправляемся в музей кукол Леллу Карлвалст. За дополнительную плату 5 евро с человека можно примерить костюмы и сфотографироваться. Обед в ресторане нас ждет, шведский стол. Для вегетарианцев тоже будет выбор, не волнуйтесь. И самое главное, нас ждет прогулка по красивейшему саду Адама и Евы. И там же пройдет вечеринка под открытым небом на террасе в саду, построенном на перекрестке трех красивейших озер. Незабываемое место, поверьте, я сама была там и получила массу удовольствия, и поэтому приглашаю вас потанцевать именно в город Прейли. Формат музыки у нас, конечно, будет больше бачата и кизомбы, сальса тоже будет чуть поменьше, просто потому что там бревенчатый пол, хотя качество пола очень высокое, но легче танцевать в простой обуви. Кстати, прошу вас взять с собой простую обувь, удобную. Лучше и легче танцевать бачату и кизомбу. Хотя, напоминаю, сальса тоже будет. Стоимость поездки вы все можете ознакомиться в документе, приложенном к этому видео. И акция действует, что первым 10 человекам, кто зарегистрируется, 10% скидка. Пожалуйста, поспешите, потому что резервация до 20 июля, чтобы мы могли полностью заполнить наш прекрасный автобус. Вы также можете ознакомиться со списком, что взять с собой. Особое внимание прошу обратить на пункт «Пледики и раскладные стульчики». Что у кого есть, берите, чтобы мы комфортнее себя чувствовали в зоне отдыха во время танцев. Ребят, ну что, приглашаю вас еще раз. Я считаю, что это будет грандиозная поездка, чтобы отдохнуть, чтобы познакомиться с ребятами из студии и не только, с которыми вы танцуете. И прекрасно провести время в красивейшем городе Латвии. Так что поехали!